скворечник даже сделать. Вот она, это край стола. Вот край стола, перпендикуляр. Она стоит дальше. А зачем? Лишняя посуда. Надо разобраться, какая лишняя. Эта чашка здесь тоже свесилась. Убрать. Она не нужна. Смотри. Подвинул. Ничего. Сейчас пока я командую. Все подвинул. Все. Вот это вот в другую сторону разверни. Ты шла, ну поневоле даже зацепилась и кверх ногами. Этому учить не надо. Это природа. Не сама ли природа учит нас? Я вот когда гляжу, ножи нигде, чтобы здесь не попадали. Клеенки все изрезаны. Вот здесь порезала на доске. Взяла, сразу убрала, на этом все. Нигде за край стола. Стол пустой, ну большой тазик там, он на два конца, ну там он может быть, а так нет. Теперь ты едешь в трамвае где-то, у тебя деньги. Где деньги? А у нее они в сумке. То есть в руках у нее сумка, там кошелек, и она в кошельке держит. Идет на занятие. Приходит, ой, какое у меня несчастье это сейчас было. Какой-то парень молодой, прям такой хороший. И я вижу, он рванул у меня сумку-то, и там паспорт, деньги все унес, и ключи от дома. Да ты-то зачем это делала так? У женщины столько разных выемок, куда спрятать. Да ты наложила, чтобы близко, да сама забыла где. Да пришей. Вот я как по телефону потеряла, вот это приходит. И Василиса потеряла, она все время ходит с заклепками в ушах. Она не слышит и не видит, и памяти нету. Люди, которые вот это слушают, они беспамятные. Она стихотворение ни одно рассказать не может. По бумажке смотрит. Уже, а сказать нельзя, что ты? А которая ничего этого не слышит, вот человек запоминает, это хорошее, я так думаю, я учусь в школе здесь, в Корчино, и вдруг попадает книжка про 28 панфиловцев. Я вообще на фронте не был, когда Гитлер пришел, мне было 2 года только, и там написано, генерал Панфилов брал полено, взвешивал его на руке, а я учусь в 5 классе, и смотрел, как положить ее, к стенке или посередке. Я ничего не понимаю, но знаю, что это что-то важное, и я этого не могу сказать. Вот. Я тоже полено взял, тоже попробовал, а куда положить, не знаю. У меня нет учителей. Отец неграмотный, 3 дяди погибли на фронте. Все. Я сирота. Я велосипед не знаю, как разобрать. Учиться всему надо. А когда есть родители, и ты учишься, тебе это намного легче. Ну, надо маленько-то просто на это все смотреть. У тебя есть такая возможность учиться сейчас. А где? Посмотри на птицу. Написано «ленивец». Первый человек ленивый. Пойди поучись у муравья. 6 глава, 6 стих притча Соломона. У них нет начальника, но как стройно выступают. Как они когда нападают, когда они идут, все сметают на пути. Какой они строят. Да там маленькие такие. Вот. А тащит тяжесть несколько раз больше себя. Большая жужелка, и они втроем ее перепрокинули, она лапами в воздухе крутит, а что в воздухе-то? Они дали сигнал, на встречу бегут, бегом туда домой, все, у них сегодня живая колбаса, холодильник ее. И вот дождик, и у них какие-то приборы срабатывают. Если ты видишь, что поле в муравейник запечатывается, значит будет дождь. Понимаете, вот мы не видим давление какое. А как я узнаю, у меня барометра нет. Не надо барометра. Давление, которое здесь, оно увеличивается, когда насыщает, ну вот, туча еще далеко, 20 километров, а воздух уже насыщен влагой. И вот этот воздух давит, давление. И мошка это чувствует, она к земле. Вообще, за мошкой смотреть, не смотри. Мошку ловит ласточка. Если ласточка летает возле земли, дождь. Если она высоко летает, ведра. Понятно, какая связь? Дождь. Земля, мошка, ласточка. И человек должен это знать, он обязан знать. Ты находишься в природе. Вот я Володе сказал, все, ты это выкопал с корнями, да, ну там еще надо разобраться. Как будто не очень сильно засаживают. А еще можно кое-что посадить. А что? А сам подумай, что? Что более такое экономное? Что не требует особого ухода, ой, это как раз мне и надо. Ну и не так сладкое, а это я не хочу. А нет, это все связано.
А ты знаешь, вот семян, сколько подсолнух и в среднем семян? Вот одно семечко зайдет, и бывает головка одна, две, три. Сколько самое больше семян? Ну и все. А масло растительное едим. Не знаешь. А ты знаешь? Я знаю, потому что я самые разные головки срывал и считал. Не щелкал, а считал. Я нашел, что самое плодовитое, которое больше всех семян дает, семечко редьки. 11 тысяч семян. Я их сосчитал все. Но сосчитал стручки, в каждом стручке среднем, умножил количество. А сколько икринок вот у какой? Олег, это открой, посмотри. По несколько миллионов открыток, миллионов. Что-то пропадет, что-то останется. И ты за все Бога восславишь. Господи, с каким дает, говорит, дает с преизбытком. Вот все с преизбытком. То, что мы сейчас поели, говорим, ну наели, 3-4 блюда-то. Мы переедаем все время. Ну, пища не мясная, поэтому легко сходит нам это с рук, а на самом деле мы переедаем. Я в армии прочитал, что соль, которая в пище, нормально послала, это означает в 4 раза больше нормы. В 4 раза! Это то, что мы считаем нормой. А еще, я решил, что на столе соль никогда не будет. У меня соль никогда больше не была. Сахар, что такое? А это дорожка к инфаркту, посыпанная белым порошком. Я прочитал заголовок. И больше сахара на моем столе никогда не было. То есть все время учись. Над столом не склоняться. Я это узнал из Священного Писания. У Золотого этого, Василия Великого. И за это время я тысячи людей научил. Вы домой приедете, опять будете чавкать. Опять зачавкаешь. Так? Ну, все. Ну, раз ты пришел из дома вчера и на чашку склоняешься, явно дело, что у вас этого порядка нет. А ты передай другим. Ребята, я вам сказал, чтобы вы к старшим подходили, просили работу. Вас никто заставлять не будет. Вот этих друзей не заставляйте. Если они будут до обеда работать, в обед будут стоять так. Через неделю они поймут. Они будут кричать, работать хочу. У нас такой был не есть хочу, а работать хочу. Вот видите, какие мы уроки. Это уроки все. Значит, когда поедете? Сейчас 7 минут ничем не заниматься. Не играть, ничего. Сидите, беседуете. Все. Потом будете, найдут вам работу. Какая работа пойдете? 45 минут, 15 отдых. 45 минут, 15 отдых. А надо упарились там с воды искупаться. У нас есть трудно еще, где еще вполне можно купаться. А здесь мы разберемся флажкатами, поплавками. С берега сходить, потому что воды больше стало, и не может ребенок смотреть. А тут я, уходите, полная безопасность. А что, воды вот столько. Не задохнется. Удобно играть, мячик возьмите. Удобно нырять, головы хоть не будет видно. Только заднюю часть будет видно из воды. Благодарим Тебя, Господи Боже наш. Ты дивно велик. Мудрость Твоя бесконечная. Ты научаешь нас. Хвала Тебе. И вы, святые апостолы, посылайте нам благословение свое. Этот день да будет днем радости, прославления Твоего дивного имени. Христе Боже наш, слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спасибо. Вот это вот где-то вот мы зашили. Где-то рукава продергивает, а она не зашита. Пройдите, проверьте, если зашили. А? Понял? Я рукава не пойму, где. Вот эти вот два такие, туда отверстия идут, тут их зашить надо, да. Это так предусмотрено было.